Ладно, пойду я сериал смотреть. Куда номер телефона написать, если что? Не надо никуда Записка. писать. А то тебе тоже будет всю ночь звонить потом. Да, блядь. Я отключу. Не, поверь, могу я взять трубку, а я, блядь, любитель. Пообщаться ночью, да? Да, конкретно. Ваня тут? Ваня тут? Ваня выше, выше. Не, ну ладно, Видео если... перекину. Ладно, если тебе позвонят там ночью или что-то. А вот представь, если тебе на выключенной позвонят, вот тогда тебе будет неприятно. Как они позвонили? Да все равно нахуй Так, ладно. пошлю и спать дальше буду. Короче, пофласочка, муфовая к сопротой, златанка попробуем. Этот, СПДшки определенно войд, и ДДшная легалайз. Нет. Давай, мистер Бонд. Подождите. Я не умею это строить. Подождите, еще нет. На, Давайте. может. Легалайз, это кто у них здесь у нас гильдии, блядь? А все. Блядь, какой-то непонятно кто. Ваня, обнова, если что, вышло. Все, кидайте обмен за фласточками. Войт определенный СПДшный, идем на стопом. Ласочки, ДД. Стрелька, ты вообще-то у тебя есть там персонаж в этом, так что ты не наглей. А то за такую хуйню будем наказывать. Убивай. Шел нахуй. Нормальный Обидно. давай. Бля, я сразу оружие откуда-то вспомнил. А Короче, я какой наказываю, уже сопрот, сколько давайте это, наказываю. пожалуйста. Пока на этим уже давал, блин. А че по 5 раз его брать? Нихуя. Смотрите, босса не за пульте. Так, все, рыбу ставлю, просто МВС смойте. Шкаф поставьте. Что-то рыба не по глазам. Саша, я тебе там в личку написал. А. Все, забрал. Спасибо. Дайте столик. Рыбу поставил. Дебафнул. А НТ-ш это ДК или уфолог? ДК. Хотя у уфолога уже тоже много агронабора там подняли. Ты кого? Кто будет НТ-ш? Кого напутал? Давай уфолога. Пожалуйста. Один больше. А что ты только апокал за приход? Отлично, мне нравится. А пока я туда запихал для крита, для нас. Я не за то. Понял. Там еще дворс есть, который нам хосту. Все. Не тупим. Павла, поставьте на фрост резист, пожалуйста. Еру дай. А пока скажешь, когда. Нет, я скажу. Огонь. Смотрите под жопу ближе. Огонь. Паша, дай БР по топ-хайпу. Не, не Паша, лол, давай лол. А, гламур сам встанет. Сенджикса сложила. А, короче, падайте. 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 Они как двери сделали лужу. А, типа что, надо отбегать? Ну, типа уже под жопой ты не постоишь. Все, давай. Не, там надо значит. просто. Так я стоял под а жопу. Так не нормально, да, под жопу стоял. Я увидели по рейду сразу, но. Ну, так вы встаньте поближе. прям под жопу. Смотрите, короче, там надо глубже заходить, а типа почему там под жопу? Ну, типа не зайти под клей. Боже, вы можете не это. Вот вчера вечерним РТ там где Кирилл бил, они заходили просто глубже и типа между клеем и вот этим стояли. Понял, типа, получается где-то два, вот есть фрейм или шага два вперед, но надо от фрейма делать. На себя квадратик поставил, меня зайдет, я найду место где -нибудь. Короче, вас не складывает, почему танк сложила? Двоих? Ну, убила ДК, не знаю.
Давай танка спикнуть, не будем мозги ебать. Давай, 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 на этого босса прыгай. Ну, ему прилетело кости, ну, типа, на 42к. Не, лучше вот стрим. Ну да, я вам скажу. Либо было не на пол, но либо не должно убивать, ну хуй вас. А кто второй там? Сенджикс? Сенджикс, да. Ну, у него что-то 29 АТП. Я вчера в 10 сидел, просто дальше стояли, как раньше. Он, может быть, в ДД был. Просто перебегали и все. А. Да, Сенджикс, ты в ДД, что ли? Нет, я только что сломался, я в танке был. Все, понял. Ну да, это 20 тысяч здоровья. Рыбу быстрее ешь, ты пока не пропала. Сука, не успеет. А не пропадет уже, не все не успеют. Давай шмон всех. Тихонечку сон. Все, короче, ори, блядь, Андрюха, когда тебе давать истерию. Сум. Не давай этому бомжу истерию. Блядь, давай не плети. Вон Паша закидывает реально. Не-не-не, мне тоже не надо. Я хочу посмотреть, сколько он даст, сколько я дам. А то, что он вечно пиздит. Бонду закидывайте. Да, бонду закидывай, нормально будет. Бетик, зайдешь? Блядь, выкинуло просто. Кстати, Саня, короче, это... Если надо, ты посмотри. Можем пойти сперва убить там Валькиру. Ну, не Валькиру, блядь, Валю. Мне там кольцо надо. Я могу идти, пойти это, зломан собрать, если надо. Тебе на ловкость? Да, так и сделаем. Андрюк, тебе на ловкость надо кольцо? Нет, на броню. Сделаем так тогда, Андрюха. Ваня, 4 кнопки тута. Тута. Пойдешь с Андреем, если что? Нет. Хорошо. Тогда разберемся. Даня, пойдешь ты тогда с Андрюхой. Сенджик, чего не хватает? Всё. Прям под жопу в квадратик заходите. Он достает. Смотрите, клев не словите. Вот сейчас квадратик не дамажит. В квадратике может стоять. Там не дамажит. Так, Волл. Отдавал. Опять дамажит. Бля, дамажит, сука. Просто новый появился. Надо Вову дать БР, Паша, дай Вову БР. Бежали. Короче, он кидает на нас пламя, вам нужно будет просто право-лево отбегать. Да, 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 да. Так, Вова, КД, Андрюха, дай БР, Вова. Ну, БР, кому давай? Дай по мне. Заебись, встал. Минус даже. Куда ты встал? Покал, давай. Он что, сейчас вообще не стоит? Тяжелее сделать. Ну как он должен работать, в принципе. Смотрите, появляется огонь, сразу же перебегайте. По пиццу не заходите. А вы что без Геры бьете? Реально. Дай Геру морозить. Шипы, народ. Алло. Она подбегает. Я умер. Чего вы на это пламя это бежите, алё, блин. Смотрите, как вам нужно делать, если уже такая хуйня. Типа, вы смотрите, условно, право, центр, право, лево, и его бегаете вот так, три точки себе. Как на гнилом хреме. Типа, пачки, типа, с одной стороны, с другой, типа, да, 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 хуй. А? Как на гнилом хреме от этих, или на ком-то, на тухлом. Да, 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 да. Парища.
Блять, запустили хэм, короче. В обычке убить не может. Может, мы в хэме, нахуй, а не в обычке, блядь. А? Может, мы в хэме, блядь? Не, да не, мы там в хэме еще раньше упали, мне кажется, бы, нахуй. Кстати, Вольс, это, долго вы там вчера строили? Да, 3-4 часа где-то. Да хули толку нету. И сколько ставили максимум? Ну, блять, не знаю, до половины не добивали. Да поебень полная. Там они, блядь, сначала в два танка хотели, танка складывает, блядь. Потом хила в ДД спекнули, типа на ДД понадеяться, и в 4 хила. Ну один хуй, там страховки мало очень. Люди на лужах дохнут. Плюс вихрь физуха бьет по 15, по 25 тысяч. И он бывает от танка к танку. Слушал где-то сейчас, потом уже ушел. Он от танка к танку бывает бегает, и вот добежал, тогда лужу дает. А бывает, добежал до танка, дал лужу, потом побежал дальше, через 0,2 секунды остановился, нахуй, и еще лужу дал, нахуй. Четверную вот эту. Так что, блядь. Я помню где-то, короче, по поводу этих луж, то ли, ну, короче, кто-то из нашей гильдии еще в NX3 там видос сбрасывал с плеча 2007 года. Ебать, там лужи четко разливались, прям вот прям. Он прыгнул, остановился, полил, разлил лужу. Пошел, сделал дальше, там, и разлил. Там, условно, 3 лужи или 4 за перепрыжку. Ну, типа, за фазу. А тут как-то какой-то пиздец. Мне такое ощущение, что тебя сейчас духи нахуй в обычке будут ваншотать, блядь. Все может быть. Десятки обычки ваншотывают сегодня. Неважно, откуда. Справа, слева. Ну, вместе, я имею в виду, просто слева начну. Или направо бы не пойду. Пуску ладать. Глубже чуть там зайдите. Не, нормально, нормально стоит. Разбили, разбили. Готовь массейв. Сэнджекс, ты. Перебежали, перебежали, перебежали. Ну, когда вы бегаете, мы вам сказали, вам бегаете, только брать это место. А пока он нажмешь массейв. Скоро. Нажимай. Перебежали. Побежали от вихря. Лужа 300 им. Воу, по себе. Иннер залей. Паша по Мендри. Цуна нажмешь массейв, когда он перестанет крутиться, чтобы спокойно все сбежались. Смотрите аккуратно, не просто попутайте в огне. Воу, дай бэр по Мендри. Слева все начинаем. Перебежали. Давай. Лужа пойдет. Шипы разбили. Шипы появились, милики сразу заиграем по шипам. Перебежали. Сэнджекс поднимите. БР по Сэнджексу есть? Так. Ротрусус нет. Воу, дай БР по Сэнджексу быстрее. Нажми Саня массей. Блять, а пока он уже сожжён. Пиздец. Ну вы что, так лучше, блять? Что ебашит, пиздец? Может, 4 этого танка или нет? Да дело не в 4 танках, просто не прохилили. Сейчас кинул Макалок. У него было ВО ХП, а у Сэнджекса его не прохилили. Давай я от хила еще спекнусь. Да, не в хиле дело. Просто один упал ДСшник, во-первых. Сразу перебегаете. Появился огонь, перебегаете. РДшники можете не под жопой стоять, в принципе. Только стоим всегда либо справа, либо слева, чтобы лужи кидались в одно место. А то
если кто перебегает в другую сторону, вы тут подставляете других еще людей. То есть с одной в другую сторону перебегаем. Хотите, можете стоять не вместе. Главное, чтобы параллельно друг другу стояли. Именно параллельно назад и вперед. Да, давайте, хилы, можете держать чуть раньше. У вас уже будет дольше доходить, у вас будет больше времени, чтобы хилить. На вишипы подбегаете. Чуть-чуть просто дальше станете. Слушай, а если, допустим, мне комфортно в миле, нормально? Можешь в миле стоять. Mm-hmm. Друид, вон точно, вон, смотрите, сейчас покажу вам, как стоять. Просто часть людей туда убегала, часть туда, и в огне сгорела. Ну, в принципе, уже более-менее уворачивалась. Щит Антон тоже не стоит один. Вот, допустим, мы стоим влево. Вот, где я прыгаю сейчас. Не за пуль босса. Куда пошел? Да, я дальше ему минус. Он завис. Починитесь, ребят, на выходе там. Смотрите, как они там клетки умирают, на. Пиздец, блядь. Да, разбейте, пожалуйста. Андрюш, чё, чё, пошёл, приспирался на 25-ку? Включите стрим, пожалуйста. Или спать хотел уже. Дайте мастерикс. Хламобота. Вчера туда, типа, вечерник? Ну да, 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 да. Я проебал это, оповещение. Я проебал оповещение, типа, они начали собирать раньше. Я тоже, блядь, к 8 только подошел. Понятно. Дай, Андрюха, минус этому Рианти. Ну, я в 8 зашел, там уже было фу. Да, я не против того, что я проебался, вот честно. Да, на поле свой плюс. То есть ты ничего не потерял? Вообще хуй забили, не... Я понял, ладно. А, где Рианти? Ребафа, все сразу и начинаем. Короче, я уже показал, как бить. Можете стоять, бежать чуть-чуть ранжу. Бегаем, бегаем туго право-лево, право-лево. Что дамажит, пиздец. Так, ребята, у кого бьете мне, что сориентироваться? Ребро. 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 Его сделали сложнее, чем было. Ну, если духи начнут шотать, уже начнем минуса за духов тут выдавать, и бить. Начинаем опять же с левой стороны, сейчас нормально стояли, просто сразу выбегаете. И лучше не дамажьте босса, сейчас этот босс уже не показатель ДПС. Лучше сделайте все качественно, геру скула. Все. С левой стороны начинаем. И танки прожимайте, пожалуйста, прожимки по КД. Прибежали. Прибежали. А пока вы поднимите. Разбили. Прибежали. В хэмке это будет смерть. Еще раз перебежали. Перебежали. Нажми Сенджик Масей. Перебежали, перебежали. Разбили. Перебежали. Квадратик перевешивает. Стоим. Воу, разбежались. Воу, Винер по себе. СС Будреван закастуй в апокалипсис, а в Сенджикс Сенту. Саня Сосуна, нажмешь массейв, когда он перестанет крутиться. В ужах не стоим. Блин, заебал. И тоже... Сбежали, с левой стороны тоже начинаем. Давай. Это вы по центру сейчас стоите, а не слева, ребят. Приготовьтесь, скоро будет. Сбежали.
раньше реагируйте, разбивайте. Скоро будет, перебежали. Перебежали. А пока у нас сейф можешь ждать. Не грим, не грим. Все, кто на шипах, уже нажимайте эскейп. Тенки лучше обязательно нажимать. Прямо будет за огром следи. Следите за ужином. Разбили. Шипы сейчас будет. Прибежали. Еще раз прибежали. И разбежались. Кого-то не даешь? Сенджик перестанет крутиться, нажмешь на сейв. Дам, когда встанем. Смотрите аккуратно, милики. Не умирайте. Сейчас, блядь, для пугов будет этот босс не такой простой. Нехуй даже ходить в пугорейды. Разбежались. Под лицом никто не стоит. Начинаем опять же слева. Скоро будет, приготовьтесь. Вы справа стали. Ну ладно, давайте справа. Перебежали. Еще чуть-чуть сместились. Еще сместились обратно. Нажми реантигим на хп. Как только огонь, сразу выбегай. Выбежай. Нажми сейчас гим на хп. Марсе запрохимся. Отроцу злей нарпомендри. Перебежали. Перебежали, да. И когда он вихрь будет, воид закастуешь гимн ману. Перебежали. Escape нажимайте, кто... Почему друида так долго перебиваете? Пока он нажмет, если есть, перебежать. 5 секунд дам. Уже не понадобится, после вихря наш. Перебежали. Все, Войт, отбеги куда-нибудь в сторону, чтобы себя точно не сдадут, не жмешь гимн. Все, уже вышли. Саня, у тебя пойдет, дашь, короче, пока когда закончится. Воу, так, есть КД и народом. У меня есть. Сбежались. Спортиса все вышли. Направо. Скоро будет еще одна, приготовьтесь. Можно будет еще чуть-чуть направо прибежать. Бля. Босса кто-то за этот. Следите за нагром. Прибежали. Так. А пока уставай. БР пока если. Давай, Паш, давай. БР. У него нет, походу. СС. Сразу ребафу, зубы по Апакау можешь мендрить. Вставай, вставай, конечно, зубы. Перебежали. Перебежали, да. Блять, ну не простой сейчас босс. Перебежали. Нет, стой на слева. Перебежали. Разбили шипы. А пока вы поднимите. Если есть массейф, любой можете отдать. Не добивайте просто. Только разбегитесь, выбейтесь с огня. Направо. Если есть у кого мастер налет, можете тоже нажать. Не добивайте босса. Ебать. У меня вопрос, мода, да, на танках кидать? Грин тролль упал. Грин упал. А я тебе все скидываю, короче, да? Ну, блин, тролль должен быть дороже с этими ёптами. Да, это пиздец. Да, 3 раза. Но мы договаривались на 1 цену, поэтому я уже не буду поднимать. Это же неправильно будет. Да нет, конечно. Я просто шучу. Ну да, да, сейчас будем, блядь, поднимать цену на грин, потому что пиздец. Слушай, я с пугами один раз ходил в 25. Это, с пугами-то в прошлый, блядь, сложно убивал. Сейчас вообще не убьется. Так, Клео тут? Ну, конечно, тут. Все, с ума не мой, идем так. Так, теперь слева танчит Уфолок, справа Сенджикс танчит. Наоборот, точнее, справа Уфолок, слева Сенджикс. Чмыга
Чмыга первая, третья пати бьют слева, мистер Бонд вторая, четвертая справа. Вопрос, Пала. Говори, говори. По черепу. Идите, уводи сэндвич, череп. И ромбик можешь сразу забрать. И играем по черепу ромбику. Все, я в ДД. Да. РДДшники только играют по черепу ромбику. Сейчас милики идут на мишку. Пал, напишите, кто что бахает из вас. Сорвался моп один. Смотрите аккуратно. Я грибну, как он разморозится. Осторожно, отбегите и дизар ему можете дать. Мистер Бон. Давай, барменталь, я кулак побахаю. Этот, потом, Сэнджик, сразу беги на ту же сторону, то же самое, забирай и помощника, и этого, ну, двух помощников, короче. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила... Все, идем без АФК, проебали очень много времени, босса, конечно, жестко апнули. Этот, идите. Звездочку. Леди, понял, такая духи, блядь, ваншот, ваншот. Отбежали от помощника, сейчас умрете. Аккуратно. Бетик, аккуратно, под лицо не заходи. Не спешите вы вливаться в трэш, вы в хэме будете просто с одной пулей умирать, если будете под лицо заходить. Поэтому аккуратно. Ждите лучше. Лишний раз. Звездочку забери, Сэнджикс. РДшники пока помогаете техники. Можешь у себя оставлять с топором этого. Держи его у себя. Нормально. С топором один сорвался на РДшников. Отбегите, приморозил. Можно ему дизарм дать. А, он очень широко клин дает. Еще один сорвался. Сэнджик, забери. Марсе сам стой. Андрюха, я прислужник, Андрей. Сэнджикс, иди дальше вот эту большую хуйню левую пуля и веди прям в мобов. Сюда. Не забудьте квест взять. Добьем мобов, все квесты эти возьмите. Так. Кто его поддержит? Паша, на тебе будет придется поддержать его, порытать его. Будешь ответственным. Кто упал, сам вставайте, видите. Паша, выбеги из рейд. Клево, обмен кинешь Легалайзу, у него фласки не бегает. Ну есть, понял. Гильзия выдает, лучше... Ну, хочешь, не берите. Как там? Что-нибудь смотрит, падало? Да я так всех нобов что лутаю. Ну, я про то, что, может, спадает, я буду выпустить. А пока упал сколок? Не. На такой трай должен был супа упасть, ебать. А сколько тебе осталось? Да хуя. Ну, так, сука. Ну, так. 20. А этот... Идите квест все возьмите, рибафайте Марсеза, кто там еще к Леву пришел, два человека, и Барменталятор. И пойдем. Паша, на тебе будет моб. Дарнована. Да, Дарнована. И Дарнована Апокал, ты. Давай, Легалайз, ты грипнешь его. Начни слева, Андрюха. Грипнешь для Паши, Паша его там зарутает и пойдет бить тоже. Угу. Рыбу поставил. Пол рибаф. Давайте. Андрей, на помощник тебе. Я на боссе остаюсь, или у меня в трэш тоже я... Нет, ты напуливаешь, потому что один на пул, на Андрея напуливаешь. Ты справа. Был бы еще хант какой-нибудь, то бил бы босс. Окей. РДшники, держите рейндж автоматически изначально, чтобы всех в уже не попадало. Первая, третья слева? Да. Первая, третья слева, да, вторая, четвертая справа. Давайте. А кто грибнет, который с этих со ступенькой идет? Я сейчас еще Дарнован. Давай ты.
Дарнован вышел, Андрей, иди гвит него. Печеньку на него поставил, Паша. Тебя печенька. По мобам играем. И РДшники много людей в центре очень с хилами рассредоточились. Сацуны и Марухи слева хилят. Три остальных справа. Дарнован сорвался опять, Паш. Сейчас я его запомню. Контролем обоя законтрольте. Воу. В основном ты. Сейчас, погоди. Милики, также учимся уже в ХМке, когда контроль там 2-3 секунды отбегаете от босса чуть-чуть. Чтобы вас не убили. И должны все свои билки сливать обязательно. Коши там, которые масферы. Баблы обязательно паладины сливают. И оружие учить снимать. Короче, сейчас будет мобы и сразу же контроль. Поэтому по мобам играйте без АОЕ. Никогда не выйдет. Лучше не играть, чем играть. И убить кого-то. Выбежали из лужи. Скоро будет контроль, приготовьтесь. Сацуны, не убейте его. Пока он. Не... А я тут вообще не виноват. Ты. На 40 зашел, у меня уже. Не, ты виноват, ты подошел под лицо. Короче, мы удаем ОБР. А, у ОБР. Нет ОБР. Андрей, дай ОБР. Нет, не надо. Андрей потом. Андрей будет потом танчить. 8 секунд контроль. Милики немножко отбежали. Без АОЕ играем. Вставать? Будет контроль, да, вставай. Марухи сейчас за контроль, чем ребаф по каву. Я же без команды. Выбежали с лужи. Крыша. Молодец. Мобы вышли. Играем по мобам. И не спешите играть по большим вот этим стопорами. Милики. Два сорвалось. Хорошо. Отлично. Апту. Минус тоже. Паша, дай БРК еще. Не, ну я гриппал. Нажимайся. Выбежали с лужи. Мне КТ. Так, у Паша, дай инер по Мендри. Первый сенджикс начинает танчить и уводи из центра. Если духи идут в центр, точнее идут в мелизону, уводишь просто босса. Топ хайпа законтрольте. Дайте репов по ДК. Геру дайте. И учимся не ловить духа. Два духа, один идет в мили или в нашипешника какого-то, второй за друидом. Нашипешник. Хорошо. Контроль скоро будет. Дарнован сорвался. Духи. Дарнован, держи, держи. Дух один. Два в РДД идут. Один влево, другой вправо. Сацуны сейчас. Так, милики немножко отбежали от босса. Сейчас контроль будет. Не, без АОЕ играйте. Косты сбейте. С лужи выбежим. Гомура законтролить. Дух один бежит за котом. Это мили звонили. Дух бежит в мишку. Куда-то есть, то хорошо. Под следующую лужу сенджик массейф нажмешь. Один бежит за... Все нормально. Два духа возле мили. Смотри, в хила бежит один. Контроль через 8 секунд. Милики отбежали немного. Без АОЕ играем. Два в мили бегут, духа. Без АОЕ играем. Отротился законтролить. Приморозить его в ветерок. Он. Нажми Саня массейв. Разбежали спокойно. Так, один дух в мили бежит, второй бежит на альдолит. Паша, как ты идешь с контроля, шанишки инер зальешь. Ну, у меня КД. А, Андрюха тогда залей. Да, вижу. Ну просто ДБМ немного перенес. Сюда. 2 мили. А пока усвоил. Я видел. Я не успел убежать. Упал? Да, сколько упал. Ты забрал его, да? Ну да, по идее. Иначе пока все откажутся. Или как он. На тебе ответственно. Забери и побежим. Идите, сдавайте квесты, все сразу через телепорт бежим сразу.
Бля, ну кто комбот повесил? Ну, ребята, ёбан. Дарнаван же. Дарнаван же. А, все, все. Сорян. Да, извиняюсь. Пиздание. Что там этот Дарнаван? Давай, багруху. О, нормально. Блять. Знаю, кто ждет, а кто и полетит. Ну да, думал, быстрее будет. Факту нет. Все, давайте, черепной вау, никто не бежит никуда. Сейчас всем залетаем и сразу чистим трэш, чтобы он не мешал. Варианти, бурменталь, шанишка, мобой. Так, чисто варианти не тут. Ну, за прибежит, за смоним. Иди, Поляндрий. Убиваем этот весь трэш. На нашем корабле будет уфолог, и с ним остается Альделит плюс Барменталь вдвоем. На тот корабль летит Сацуна, Мендри, Марухич, давай, по хилам, и все остальные РДшники. Да. Просто по центру бегите, этот трэш тоже будем бить, он багается. Дракона только отверните, трейдер. Прям в рейде, ребятка, сможете разогнать, спасибо. Каст. Я тебе говорю, сейчас кричу, сейчас будет в обычке, пиздец, значит, на ребре будут плакать, чтобы фиксили, не все будут убивать. Ну, блядь, тяжелее. Сейчас шмот опять подорожает. Пошли, пошли. Сели на маунтов. Пишите печать воина, света. Короче, наверное, Андрюха уже и не будет зломана. Дайте лампу. Пройдем аккуратно. Так, берите все джифпаки. Не забудьте надеть. Дайте лапу. Рыбу поставил. Кто там что? Есть буквально 30 секунд. Топ-хайпа шкаф засуманили сразу. Кто будет ФК-шить, сразу на замену придет. Долбай. Дайте плюс добав по-быстренькому. Чтоб на орке потом не бафать. Ну, орки ребафнемся еще все равно. Паки, опять же, не забудьте надеть и не летайте. Лучше. Целее останемся. Я только что 13 тысяч голды, если убить Сэмми. Ну давай, на 500 поиграем. А я этого конченого Сэмми, блять. Ключ не дал. Сколько ты слил дело? 13. Ой, дядь, прикинь, пиздюк, не дал, блядь. Дядь, конечно. Ты хоть на полезное дело, я так, блядь. Возьмем чистого варчика. Агрессию. Агрессив, заходи, если сейчас тут хайп не зайдет, пойдешь, блядь. Проходку доделаешь себе. Приезжали в сушу. Учитесь сушу тоже выбегать, да. Потому что в темке они отбрасывают. Через с правую сторону никто не летит. Барменталь и альдолит мобов убивают на нашем корабле. Сейчас,
РДДшники ружейника возле Мурадина. 9, там 4%. Еще один выше, рядом. Орка можно и в 2 хила. Дальше. Ну пусть 3. Лол, Шанишка и этот. Мендри, оставайтесь точно. Марухич, Санька, прыгайте. Я там. Дальше. Агрессив. Тут? Тут. Ружейники, огонь! Значит, можно кинуть. Жилет. Тут. Тоже не тут. Окей, тут. И Ваня, и Кейн тоже не тут. Окей. Женя, скип, иди тут. Да, я тут. Зайдёшь тогда ты. Давай. Да, тогда зайдёшь. Всё равно тебе когда собирались принимать. Мне в танке, в ДД. ДД. Чё? В ДД. Да может потанчить, я в саву. Вообще, пока вы как бы Андрюх советуешь. Давай, хорошо, давай. Смотри. Не сейчас, мы еще давай. Я пока мою подушку. Не открывайте сундук. Сейчас я покикаю всех, кто не ответил. А, раздражались, агрессив. Дай его не... Эмобой, линкуй. Линкуй. Я должен его... Сука, ебать! Бля, это лох. Хуй, вот так все идеально делал даже, блядь. Ты где-то, да, Андрюха? Ну, типа, блядь. Это талант. Какой талант, я хуй. Все, ставьте шкаф. Этот, Андрюха, в сову сразу почти запускаем. Этот, открывай сундук. Это уже открыли без моего ведома. Выпало что-то? Я хую. Выпал. Все, смоним у мою госпожу. Танчит Сенджу, первый офтанк Женька на трэше. Играем этот по трэшу. По трэшу играет Альделит. Обязательно. И кто там еще? Давай поводинчик лево. Борменталь подтаунчивайте, тоже себя помогайте. Так, все. Запускаю босс. Кто-то говорил, бафнет. А, бафы есть. Мне баф не кидайте по мне. Дайте по мне там лапу. Займите инеры, пока по уфову. Хотя там есть эта рыба, не надо. Ребят, по паладину, госпожа, дайте, пожалуйста, этот пристабаф лапу. Да, все есть. Спасибо большое. Мой мальчик погиб у враг гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Ань, ты кричишь на ап или на хп? На хп, ну смысл на подключаться, на скоки, на всех. Паладин, но. На Клео бахает скоки. Что, ты, может, это прото еще даст? А смысл? Все равно этот баф постоянно работает. Когда у вас ДЦ есть, на вопрос. У вас ДЦ есть, зачем прот нам? Бесполезный баф. Мой сын остался.
Приготовились через 10 секунд. Антон, закидываешь пьеску. Ой, не пьеску, а прикрытие. Фиксы. Чё бить нахуй не могу, блядь? Здесь мы его сняли, только бить смог. Саня, ближе подойди. Ну, я тебе скажу, он там куда. Я тебе закину. Вижу. Как раз под бурзой. Ну потом скажу. Ну да, я свой бурз придержу. Катились? Скажешь, как катать, Антон? 3 секунды. Закидывай. Подойди. Подошел. Не до. Не мог с вами. Ебать, там ДК, блять, агро набрался со своим лампахим, я забрать не могу с него. Может, салю кинуть ему? Не надо. Или это на пол там, да, на пол до сих пор не в него делаете, я не знаю. Соберись меня, ДК-шкова. Если есть поиск, командри, закинь в определенно мага. Я, конечно, мой, вообще, я не понимаю, блин, не могу с ним забрать, просто его забрал. Мимо сейф Сенджикс. Почему я засыпуй? Потому что классик. Это надо. Мне больше интересно, почему пока он так далеко, но... Так я сейчас скажу, что... Я, блядь, 10 миллионов снесли уже, я бить еще не могу. Его стою, блядь, хуй, вот тыкаю, тыкаю, оно не тыкается, блядь. Ой, наверное, что-то кинули, где? О, Воля! Какой у нас... Да ладно. Я осколок еще. Есть? 346 тысяч по рекаунту. В принципе, неплохо. Еще если учесть, что некоторые люди здесь не их заменить можно, то есть биса не топ допинесеры. Он нет дексиоми с нами, еще кусяло нет, еще несколько людей. То можно еще больше допинесеры. Давай волю паролем. Я хочу... Сань, дай волю потестить. 9-3. Ты ее уже по-любому не будешь тестить. Нет, ты не будешь, для тебя... На одного босса, на тухлого. Че? Нет. Она хуже. Я все равно забыл, блядь, ее. Ты ее вообще не пашить не будешь даже, не будешь ее забирать. Понял. Мне зов нравится. Зашли. Я. На верхний ярус. Побежали. Так, поищите покупателя на кровь. За какую цену найдете, за такую найдете, похуй. Главное, найдите. Этот, пошли на гниль. Войт, ты, Слава, зайдешь? Да, релогуюсь. А, не вопрос. Пошли, пошли. По ЕПШ, не спешите. Сейчас будем бить трэш, будем ЕПШ. Блядь, не пишет, нихуя я донор.
Чисто просто пока на 10 месте, бать. Ну, ДПС потихонечку растет в время. Сейчас на топлом посмотрим. Да, есть он. Покажи ДПС рейда. Диспель? Диспел? Там 355. Я скрин скинул. Не, в смысле... А, вот еще. Так, никто не отходит, я отойду пиво. Нет, блядь, пиво выходит. Давай сразу, пока его нету, разрулим это волю. Таким она ему не достанется, все. Он волю не будет в любом случае ролить. У него, блядь, зов и этот, и чешка, ты чё, блядь? Сука, ну, хоть за одну мешает. Все, блядь, пож... За сколько, спрашивается, продаст? За сколько? Ну, предложи 40. 30 тысяч, ты предложи 40, да. Если не согласен, предложи потом 30, похуй. Хоть даже за 30 уже будет хорошо. Правило торговца. Предлагай больше и торгуйся, ну, потому что ты делал. То есть, это... Чем больше ты... Смотри, чем больше ты найдешь цену, тем больше ты сам заработаешь. Ты 10% лучше. Обязательно должен быть. Говори 40 тысяч за одну. Саня, а чё так по скупер 10? Половину хотя бы. Потому что. Он же не в половине, бля, он не сам убивает, а убивает гильдию. Все идет на гильдию. Я свое золото даже не закидываю. Блядь, нахуй тебе. У меня нет своего золота даже. Я все отдаю свое золото на банке крафт и в это скидываю. Вот человек говорит, у вара репы нету, могу я, блядь, квест взять? Я говорю, можешь, блядь. На, помощника, добери его. А в 25-м уже проходки никакой нету. Нет. Нет. Ваня, как зайдешь, присанешь, я тебя кикну, потому что ты не отзывался. Ребята, какой квест был на 25-ку? Леди. Дарнаван. Повторяйте Работ. Этого моба. Работе позвонили, надо было отойти. Не вопрос. Потом, если будет время, останься, я говорю по поводу вчерашнего стола. Не, потому что как раз только сегодня время есть. То хочется его максимально продуктивно потратить. Не горение, не люблю. Так-то это не особо продуктивно. Слава, не айфкаш. Смотрите, одну собаку только запульте, не две сразу. Андрей, ты там... Короче, тебе надо что-то с тухлого, гнилого? Который уфолог, чтоб ты уже пришел пин заходить. Не, ничего не надо. Ну так сейчас тогда этот... Как раз место покупать. Нашел ты? Пока? Да. Пока. Да, нашел. Сейчас он должен зайти на вара. Ребята, подойдите ближе, пожалуйста. Ребята, ближе в кучку садитесь, как в кучку. Петов уберите. Смотрите, там этот... Отойдите назад немного, чтобы не заразу второго. Петы этого... Демона. Демона подняли. Че, взял я вара, теперь я пошел в столе. И за сколько он купит? 40. Нихуя, блин. Маленький. Блин, прикольный поезд гильдии сделали. Еще бы разобраться нормально, да? Еще разбираться, параметры ставишь и все.
Не, в плане того, что для... Иди, Антон, разминируй мины. А почему там только 3 зельди видно на поиску? Ты же условия не тебя поставил, наверное. Давайте Геру. Первая даст сейф. Первая даст сейф. Мобы вышли. Заберите мобов. Мы по мобам доиграть. Первая даст сейф, короче, Сенджекс. И давай, в принципе, гимн Войд ответ дашь. Приготовились. Отдали. Прохил, прохил, прохил. Хорошо. Дальше Саня уже ты отдал, окей. Давай тогда Женя скинет диты. Шанишка гимн нажмет. И все, два мертвых креста. Напиши пока ему, что половину денег на первом боссе отдает. Половину на втором. Ну все, он работает. Ему надо еще кость, блядь, взять. Ждать его, блядь, мухомора, блядь. Похуй. Все, Андрюха, можешь выходить. Тогда иди заходи на паладина. Блядь, я никого. Подожди, ты поедешь в КД на паладина, а как ты завтра пойдешь с ребятами? В принципе, я тебе могу свой ак дать. И по себе начислишь. Не мне. Добро. Ну давай тогда так сделаем. Я пока релок сделаю. Ну точнее, у тебя есть мой ак, я тебе его просто дам. Ставьте шкаф. Ну шо, блядь, нахуй компьютер, сука, релогает, блядь. Поищи пока, поищите еще пока. Если просто он зайдет, ой, то блядь. Это пару минуточек подождем. Если нет, то нет. Этот. Если же он зайдет, то просто он скажете, уже нашел. Хватит и все. Я зашел. О, зашел. Все, все, зашел. Ставьте шкаф. Сумму вот. Заходите все свои. Сука. Пусть бежит. Напиши, муж, квест бежал, сразу брал. Так, а можно меня сумануть? Я быстренько до города. Да, давай, быстрее, пока его с ним разбираемся. Блять, Ваня, ребро пиздец, апнули в обычке. Писать, давай, Ваня. Сейчас. Жди. Я тебе сказал, говорю, давай две, блять. Типа вчера все укладывались в хэмки его убивать. Блять, да. 50% блядь. Хотя бы на 7-10, то его можно будет уже убить. Вчера гуапнули. Вот это проблема. Ну, да, мы, в принципе, без проблем закрыли, кроме последнего босса. Ну, последнего босса там было много фуда, блин, мне бежать надо было, убили. Тоже. Сегодня, кстати, пойдем в тюрягу. На собаке проще всего. Все миликом ебалом в пол лечь просто. И РДД пусть бьют. Не-не-не, мы этот знаем, как бить. Когда много миликов, тогда ебал. А какой процент, ебать, мы имеем с крови? 10%. Сейчас он скинет, я тебе потом скину. 300 ОД. Либо купон на косяк. Блядь, как он дурак. Говорит, ебать, репа нулевая. И шо, блядь, я, блядь, с нулевой репа захотел квест, блядь, брал. Там дружелюбие надо. Да, уже дружу, я без этого заходил. Блять. Там, блять, пизду его нахуй.
10. Все, пиши тогда, если нет, ну, то нет. КД принял, да. Будто уже его проблем персом пойдет, он 224. Короче, все. Пиши ему пока, да нет. Да, я ему написал, но нет у него, блядь. Спидотик, блядь. Пиши ему нуб ебаный в ПМ. 5К еще скажи, а чтобы на почту прислал. Принимай этот, Вася, Андрюха, если тут. Челики играют месяц в Вовку, нахуй. Купили голды на фанпэй, блядь. Квест... Кровь хотели купить, блядь, ШМ сделать, нахуй. Репу не знали, пока что Андрюха надо. Не принимает, короче. Да. Попишите еще, пока Андрей не принимает. На фанпэй купил голду, потом через месяц бан залетел, нахуй. Угу. Не покупайте на фанпэй, покупайте. Не покупайте, не надо покупать на фанпэй. Я за 10к нахуй просто разбанивался. Ну да, Биран, 8500 я разбанивался. Так что они сливают походу просто и все, блин. Так, ну что, никто не написал, принимай Андрею, давайте. Все, давай, фобусы с умона полетели. Возьмем рибаф его. Фласку возьмешь его в дике. Андрей, принимай все. Или там еще он время. Перемазывайте масло, перебивайте фласки. А флажечка у кого? Не знаю. У меня у Войда. Давай мне лутер обратно. Сейчас, да. Сань, а сколько надо быть аппаратом, чтобы купить Т4 за 60 тысяч? А4 куска? Не, один кусок за 60. Ну, если у Сэми, то вполне. В этом груле. Андрюха, тебе написали, Глаз, какая группа, блядь. Увидел? Нет. Дерафан. Не-не, никто не писал. Он в ЛФГ ебанул. Какая группа? А, вторая. Все, короче, ребят, давайте этот там. Грибы все поделись, поели. Готовность на пул. Сенджикс первый танчит. Трипоты приготовили. Так, все, все готовы. Полетели под жопку. Молодцы. Ёбаный, сука, таракан, блядь. Геру, да? А, Гер нет, все, не надо Геру. Сбеги, шипешник. Кто там, Войд или Рианти? Точку завезу. Нажали массивы. Женя и Сэнджи. Прохилили. Сейчас разбежимся. Не спешите разбегаться. Все, прохилили, МКРДшники выбежали. Держите раньше, РДшник. В мили-зону не заходите.
Мендель, дай поездку, если по определенно. Геру уже не будем давать, оставим сразу на туху. Сразу, когда бьем босса, паролите кровь, его еще нет. Закастуй гимн на ману Мэндри. Рекламу тебя не видно. Классика. Андрюшка, делай выводы теперь. Так, паролите кровь, быстрее. Кому надо? Андрюха, может, тебе надо тоже на поводину. Где место на гнилоборду? Что там, второй лет кровь? Зачем тебе КД вешать? Ну, я завтра Барменталь. Не смогу. А у тебя есть? Эберменталь, класс. Да, кидай Барменталю, короче, он сделался здесь. Что? Я завтра не смогу. А так мне только гнилой нужен. Ебать, кольцо упало, нихуя себе. Ну, ступи, Марухич, или тебе надо что-то? Вадим. Разъебать школе. Короче, ШД слабее сейчас, чем мультик. Ну я тебе о чем говорю, играй на мультике, батишь. Ну вот сейчас подняли мультик. Ну, типа комбат. Да его весь. Конечно, комбаты пизда сейчас будут. Комбаты ебать будут. Сейчас. Топ-1 будут по ДПС, если их не пофиксить. Просто смотрите, стрелю. Быстрее. Ну, ребят, сейчас сагрите, ребят, кого-нибудь там точно. Казиношная. Сагрит минус получит. Казиношная, но будет.